Добрый день, мои дорогие друзья. Ребята, в основном это для нас, девочек, видео. Я вам хочу показать аппарат, шведский аппарат, шведский бренд, который называется Foreo Bear. Это микротоковая терапия, новый гаджет, вышел вроде бы недавно. Его называют еще тренировка для кожи. Такой же эффект, как у салонной процедуры, как в институте. То есть домашний уход, но на профессиональном уровне. Я заказала вот этот гаджет. Вот, я взяла большой, есть маленькие. Вот, стоит он в пределах 300 евро. Есть маленькие по 200, 189, кажется, евро. Я взяла большой, не взяла еще сыворотку. Вы можете использовать любую сыворотку, которая на воде. Любую. Потому что вы знаете, что ток, он очень хорошо проводит, электричество проводит воду. Этот средство и гаджет, он безопасен, безболезен. И обычно я вот прочитала многих девчонок, которые уже делали, они говорят, они делают в течение 15 дней, это займет каждый день 2 минуты, и потом месяц-два у вас перерыв. Вот. И у нас не у всех много времени, допустим, там бегать по салонам, поэтому 2 минуты дома просто замечательно. Микротоковую терапию в косметологии используют очень-очень давно. У некоторых она вызывает противоречивый эффект, но, поверьте мне, есть результат лифтинга. Потому что токи, они придают коже упругость и стимулируют выработку коллагена. То есть клетки, как бы, они бодрятся. И активность, происходит активность, и микроциркуляция, благодаря ей кожа, естественно, становится более увлажненной, она приобретает более здоровый оттенок, более здоровый тон. То есть даже идет после массажа, справляется с рассасыванием застойных пятен. Вот. Также токи, они работают с мышцами. А это о чем говорит? Что заставляет наши мышцы на лице сокращаться. То есть это как вот именно тренировка. И факт в том, что с возрастом количество мышечной ткани в теле снижается, что очень влияет на наше здоровье и на наш внешний вид. И вот именно по рекомендации многих специалистов необходима вот именно регуляция вот этой физической нагрузки. Даже если вы делаете массаж этим гаджетом на лицо. То есть так же, как вы работаете с телом, когда вы идете на беговую дорожку, когда вы занимаетесь пилатами, йогой, когда вы плаваете в бассейне, то же самое нужно делать с лицом. Поэтому этот аппарат, это как бы аппаратная косметология, это лучше, поверьте мне. Это для многих доступный способ для работы именно с мышцами. И поэтому я вам рекомендую покупать. Обязательно вы можете взять вот именно такой размер, или есть две версии, вот, или взять более маленькие, есть вот этот стандартный и есть мини. Я увидела на Амазоне у нас, на французском Амазоне, он стоит, кажется, 289 евро. Вот. Стандартный, он удобный, оптимальный очень, и ложится хорошо, и скользит хорошо на руке, вот. Ну, есть разница, конечно. В моем больше мощности. Ну, естественно, он весит немножко больше. И в нем 5 режимов. А вот в маленьком мини Foreo Bear, в нем только 3 режима. Есть разница. Поэтому, например, в мини он подходит больше для работы вокруг глаз и губ. А мой большой, он используется для лица целиком.